Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Роман. Видео, создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я только рассказываю, где зарабатываю, рассказываю свое мнение о каждом проекте и не более того. Ответственности вы принимаете только сами, я даю лишь информацию. Сейчас я поговорю о проекте «Солдатики», который, по моему мнению, просто нельзя мимо пройти этого проекта. Невозможно просто пройти мимо такого заработка, потому что я вам хочу сейчас рассказать инсайд, кто тут админ, что тут за проект, что тут будет происходить, я вам сейчас все расскажу. Вот, некоторые люди пока что еще все смотрят, наблюдают за происходящим, но я вам хочу сказать то, что скоро все, если увидят, как тут и что, сюда все начнут заходить, и это как бы только начало, я думаю, то, что тут будут все, тут будет весь рынок. Почему я так думаю? Ну, смотрите, в прошлом проекте я заработал с $200 $1000 на инвестициях без рефералки. Я сейчас не говорю про рефералку, поэтому как бы вот смотрите сами, где можно такие деньги заработать, в каком-то хайпе можно столько заработать. Тут ответ очевиден. Теперь давайте дальше посмотрим. Позавчера я делал ролик об этом проекте, то что есть токен, дал адрес смарт-контракта на токене, вот пожалуйста, уже 5 иксов можно было заработать. Вот смотрите, как токен растет на моих глазах. Вот, и токен вы еще вкладываете, получаете еще 15%. Если будет очень хорошее здесь движение, то вполне вероятно, что токен может даже до $1 дойти. Сейчас вы его просто покупаете за полцента, и через несколько там недель, потому что прошлый проект работал 58 дней, через несколько недель вы можете заработать, там, грубо говоря, там со $100 вы можете заработать там и 1000, и $10,000, в зависимости от того, какое будет движение. То есть я не знаю, какое тут будет движение, как. Но я хочу сказать, то, что этот проект лучше, чем предыдущая версия. Почему? Тут многоуровневая реферальная программа, больше появилась мотивация у людей развивать этот проект. Много уже людей подключены к этому проекту, большое сильно комьюнити подключено, развивает очень серьезное комьюнити, также будет зарубежное. Все это дело развивается. Вот, мне еще говорили то, что вот солдатики там, вот я пропущу, и я не буду заходить, но поверьте, я думаю, что люди все сюда вернутся. Я не верю в это, то, что все будет прям, ну совсем прям печально тут, потому что уже, посмотрите, пошел процесс, уже пошел рост токена, уже пошли иксы. Вот, и это как бы только все начинается. Вот, посмотрите, количество армий растет, это только вот игра стартовала там пару-тройку часов назад. Вот, ну, небольшая коррекция, кто-то продает токены. А вот такая вот у нас, смотрите, сейчас картина и вот такая вот ситуация. Значит, мое мнение, то, что солдатики это отличный проект, можно заработать, можно поднять несколько иксов. Можно заработать за $100, есть возможность заработать 1000, 10 тысяч баксов. Мое мнение всегда остается таким, я всегда любил солдатики. Вот, некоторые, конечно, у всех разные мнения, кто-то говорит, что это и отличный проект, кто-то говорит, что он уже не даст столько. Но, поверьте мне, я уже вижу рост, я уже вижу факты, поэтому я верю фактам реальным, я вижу настрой людей, я вижу комьюнити, я уверен, что тут будет все шикарно. Конечно, я могу ошибаться, вот, но я всегда хочу быть на позитиве, я всегда хочу, чтобы команда заработала, чтобы мои партнеры заработали, чтобы я заработал. Вот, и я всегда придерживаюсь такой тактики. Значит, ссылочка всегда под видео, как, значит, тут зарегистрироваться. Нужен кошелечек MetaMask, ссылочку всегда оставляю под видео, как установить кошелечек MetaMask, как добавить сеть BNB и купить токен солдат на бирже Pancake. Ничего сложного нет, адрес смарт-контракта под видео. Также можете, тут кнопочка есть добавить монету, она автоматически добавится. Если не хотите добавлять монету, можете как сейчас делать, смотрите. Накупили, допустим, добавили сюда пользовательский токен, свой MetaMask. Вот, зашли в MetaMask, нажали там токены, да, импорт токенов, ввели адрес смарт-контракта, он у вас появился, дальше зашли, кнопочку нажали купить-продать, и выбрали тут на Pancake и BNB-шку обменяли на солдат. Вот, например, там у вас там BNB-шка, я сейчас всю BNB-шку поменял, вот, сейчас буду, значит, закупаться, тут еще поменяю сейчас свою USDT-шку, планирую сейчас закупаться. Вот, BNB-шка, к сожалению, у меня все обналичил. Сейчас нужно поменять будет USDT-шку, закупиться нормально. Вот, это чуть позже все вам покажу. Значит, по рефбеку, что я обещал, тут ревка работает от вывода, поэтому только бонус. Бонус с рев-кодом будет. Если вы по моей ревке регистрируетесь, то у вас еще бонус там, или еще одна армия, там в прошлый раз 10% давалось, но тут тоже какой-то бонус есть.
Ревбек, к сожалению, ну, тут уже извиняйте, я все-таки думал, то, что ревка идет на сразу. Человек пополнил, мне сразу на кошелек прилетело, но от вывода. То есть, там, к примеру, вы будете выводить 10 долларов, я буду получать там 2 доллара. Даже если вы на 100 долларов зашли, к примеру, я, если буду получать на 2 доллара, там, 1 доллар вам переводить, и, там, как бы, если 50% ревбек, но это будет нецелесообразно, у меня на комиссии больше уйдет. И тем более, запросов таких будет за день, там, по 50, по 100, что, к сожалению, ну, практически невозможно, так как у меня еще дел очень много в офлайне, и сидеть постоянно за ноутбуком я не смогу. Вот, значит, у нас были такие дела. Что думаете вы? Пишите также свои комментарии о солдатиках, что думаете вы. Это тоже очень важно. Вот, но я все-таки надеюсь, то, что мы тут заработаем. Мы тут заработаем, хорошо заработаем. Вижу настрой, вижу комьюнити. Вижу то, что будет лютый движ. Вот. 75 уже у нас участников. Это только прошлый старт, если кто помнит, там было за 2 дня вроде 100 участников и такие иксы. А тут прошло-то пару часов. Побольше профита, никогда не забывайте о рисках. Ну и до новых встреч.